Давайте приготовим очень вкусную пахлаву на скорую руку из книги рецептов «Моя кайнанашки». Этому рецепту, наверное, больше 30 лет. По виду этого блокнотика, наверное, уже заметно. В общем, данный рецепт ничем не уступает оригинальному рецепту. Поверьте, он получается нежным и вкусным. В общем, для рецепта нам понадобится 4 желтка, 1 пачка сливочного масла, 1 пачка глиссада и пол чайной ложки соды, квашеные в уксусе. Замешиваем тесто, оно получается такое мягкое, нежное. С ним работать надо будет аккуратно. Делим наше тесто на 2 части. Нижняя часть чуть-чуть больше вверх. Раскатываем и добавляем уже начинку. Начинку мы взбиваем вот те самые белки, которые мы отделили от желтков, добавляем туда 1,5 стакана сахара и орешки. Перемешиваем, получается вот такая вот нежная начинка. Отправляем в духовку при 180 градусов на полчаса 40 минут, ориентируясь на мощность своей духовки. Сверху делаем вот такие вот ромбики, можно украсить орешками и обязательно смазываем желтком. Сохрани рецепт и не забудь подписаться на мой инстаграм, у меня еще очень много классных рецептов.